Долги нужно отдавать вовремя. Об этом на собственном примере узнал один из ивановских предпринимателей. Свою задолженность деловому партнеру в размере 115 тысяч рублей он просрочил настолько, что судебным приставам пришлось наведаться в офис бизнесмена и арестовать часть компьютерного оборудования. Системные блоки, мониторы, ксероксы, счет уплаты долга. Имущество решено было оставить должнику на ответственное хранение. В случае неуплаты в дальнейшем оно будет реализовано. Имущество не изымали, потому что во время исполнительных действий должник опять же связался с судебным приставом исполнителем и заверил, что у него сейчас, что на данный момент он как раз таки ведет работу со своим партнером по поводу решения долгового вопроса. Это во-первых. Во-вторых, мы предупредили о том, что он несет уголовную ответственность, если что-то случится с данным арестованным имуществом, и он попытается как-то сбыть его, либо скрыть его, то за это он будет нести уголовную ответственность. И, естественно, судебный исполнитель разъяснил об этом.